Всем здорово, ребят. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика и тезки Витамина. Находится он в гильдии Легион X или Легион. Не знаю, как они там. X, Легион, X. Кидайте заявочки, вступайте. WhatsApp на экране. Пропуск BGKick. Качать часовых. 5-20к в неделю кагашки сдавать. Вот так вот. Можем, в принципе, сдать. Так, смотрим аккаунт. У нас нету сегодня никаких коллекционеров, бездонатный аккаунт. Почти 400к силы, неплохо, неплохо. Что по героям, сейчас посмотрим. Так, понятно, Розы нет, Фобы нет, Мэри нет, Космо нет. Королева Оз, Оккультист, Асурик. Скиталис. Немножко, кстати, вот неудобно стало. Вот они разделили, то есть добавили вторую строку. Такое себе, не нравится мне. Мне раньше больше нравилось, когда оно было как-то собрано, кучно. Сейчас они, конечно, сделали срань полную. Но это говорит о том, что у нас будет дальше игра развиваться, ничего не станет. Продолжение будет. Окей. С этим понятно. Поехали. Будем, что сегодня у нас, ничего такого интересного нету на трату. Сейчас посмотрю. День замка владельца, сфера, рулетка. Открыть сундук, это донатная, магазин скидок. По скидкам тут тоже ничего такого прям вау на русском сервере. Как обычно, нету. Ну что, поехали. Будем пробовать тащить тески мега имба героев. 450, падает нам Фрея со второй тычки, ну это конечно неплохо, но хотелось бы какого-то там Космо, Рино, давайте по 150, Скитальца тоже, кстати, можно, обалденный герой, мне он очень зашел, Суккуб, Афинка, Медузка, Ворожей, нифига себе, Душегуб и Асурик, ребятушки, есть. Первый недостающий герой у нас есть, поздравляю, у тебя теперь есть, ну, скажем так, средний, хороший и танк, и пвпшный герой, Асурик в строю, ебой. Так, окей, поехали, немножко отдохнем от рандомчика, потому что я уже вам показывал этот рандом. Реально хреново иногда бывает, но плюс один недостающий герой есть. Но это, конечно же, не Космо. Хочется все-таки вытащить на этот аккаунт Космо, так как он бездонатный. Да, и оккультиста здесь тоже не хватает. А многих героев не хватает. Все герои хороши. Так, Фрейка у него. Интересно посмотреть, чем у него там Фрея. Живучий Фрей, наверное, с выживанием, скорее всего. Сейчас посмотрим. Выживание и маскировка. Нифига себе, это что такое? Что-то я не понял. Фрея, кстати, интересная тема. Снаряги, хранитель леса. В принципе, исцеление увеличено. Блин, неожиданно, конечно. Надо будет, кстати, потестировать у себя такую Фрею. Поставить исцеление Хрона. Хранителям у меня там на семерку можно качнуть. Посмотреть, какой будет отхил. Ну, конечно, наверное, лучше будет. Ну, хотя, в принципе, тогда хилиться не будет чем. Ну, надо посмотреть, попробовать. Так, поехали дальше. Сердцеедка. Укротитель. Смерть. Ну... Сноу Ронин, ну такое себе. Еще один Сноу за 150. Дракос, может по 150 нам повезет хоть. Укротитель, видите, леги тоже за 150. Довольно-таки неплохо падают. Так, давай, рандомчик. Бум, Хранитель, бум, Триан, бум. Нифига. Ну, давайте до леги опять пойдем. В рейд. Ну, Асурик, это, конечно, классно, круто, но
Хотелось бы, конечно, Космо на этот аккаунт. Интересно, кстати, посмотреть, какие у него сборки для бездона. Ну, блин, Фрея реально радует. Десятый баст держится. Держится, в принципе, неплохо. Я бы на его месте ей, наверное, Рудика. Ну, он, наверное, и ставит Рудика от молчанки, чтобы спасалась. Но посмотрите, что она чудит. Хороша, реально хороша. Так, поехали на следующий заход. Нам нужна имба, Леди Лео. Ну, знаете, это, блин, вот реально тройничок. Вот жесткий тройничок, но здесь нету ни одного героя, который надо. Да, Атлант это имба, он еще до сих пор юзается в топах, на подземках, на древних, на многих локациях. Гарпия ни о чем, Дед Мороз тоже ни о чем, блин, ну это пипец. Поехали дальше. Поехали пробовать. Затащить ему еще одну. Фараон. Укротитель. Блин, я себе два оккультиста командора вытащил. Ледяной феникс. Почему, блин, ледяной феникс? Это просто жесть. Почему не космо? Нам нужен именно космо. Укротитель-хранитель. Это жесть, ребят. Я в шоке. Леги, конечно, падают реально круто, хоть и нету никаких акций, но, блин, реально хорошие леги падают. Но здесь так нужен космич. Блин, Фрея реально крутая, не знаю, мне она нравится. Веселая Фрея, 13-й скилл причем, смотрите, держится пофиг вообще все. От хила за счет хранителя леса хватает. Интересно посмотреть на нее, как она вообще собрана. Кстати, интересный вариант, как для бездоната, вот есть исцеление, почему бы и нет, хранитель леса с этим. Хорош. Против 30-й фрейки стоит. Обалдеть. Я в шоке. Так, а ну-ка интересно, как она хоть собрана. 10-й прорыв. А что по созвездиям? Ну, уклонение немножко наролено. Ну, прикольно, прикольно. Так, ну что, поехали дальше. Добавить слотов на склад. Блин, опять Фрея. Вторая Фрея. Блин, да что это за хрень творится? Атлант, вы издеваетесь, что ли? А вот это, ребятушки, подарочек. Ну что, поздравляю. Блин, я у себя на тестовом аккаунте не вытащил, но зато тебе вытащил. Там меньше 40к ушло. Последний герой, скиталец. Блин, поздравляю от души. Обалденный герой для PvP локации, и здесь на этом аккаунте он реально очень и очень хорошо будет помогать. Поехали дальше. РТшка. Блин, классные герои. Вы две Фреи, две, блин. Обалдеть. Но зато затащили. ПБшка. 15 самого осталось, ребят. Это жесть. Так, окей, поехали, откроем скитальца. Ну, хоть здесь он упал. Под коллекционера я у себя на английском не вытащил. Такс. Есть коробочки. Бум, приговор. О, маскировочка, ничего себе маскировочка, классная тема. Ну, поставим ему, посмотрит, он подумает, кому поставить.
В общем, ребятушки, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки. Поздравляю, хоть две недостающих лиги мы тебе втащили. Кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.